между лидерами этого тура в Челябинске. Центр. Дмитрий. Без нарушения правил. Момент и спасает Вадим Головачев ворота своей команды после. Петров, неточная передача, мяч переходит Дмитрий Куликов, перевод налево. Алексей Санников. Удар Алексея и от пятки. Дмитрий отходится, мяч переходит. Сигмы. Борьба, Ильнур Шамов доборолся. Момент и Вадим Головачев. Мяч отбивает, отбивает недалеко. До Южного Урала в прошлом сезоне Сигмы. И вот вчера ему удалось. Момент хороший был сейчас у Александра Самойлова. Дмитрий Сильчин, прострел, рикошет и гол! Гол забивает Айдар Хасанов, срезая мяч в свои ворота после прострела с правого фланга. Александр Нестеренко простреливал на дальнюю штангу. 8-я минута, автогол. В атаке Нурникель по-прежнему. Нет, и еще один гол! Дублем, дублем! Дуплетом стреляет Нурникель, Дмитрий Сильчин. Также на 8-й минуте. Кирилл Швидлин, Станислав Арсланов. Удар с левой ноги на месте. Иван Чусов и добивание. Яковлев и Иван Чусов. Отличная игра в обороне. Момент сейчас может быть у Норникеля. И отбивает в центр. Здесь Дмитрий Сильчин борется с Романом Ахмадуллиным. Борьба за мяч. Момент. И Александр Нестеренко успевает проткнуть мяч вперед. И отправляет мяч за боковую. Удар Эльмир Шамов. Рикошет и гол! Эльмир Шамов! Поставлена нога Александра Нестеренко. Именно она смутила здесь Ивана Чусова. Дмитрий Куликов. Передача вперед. Алексей Санников. Удар в касание. Гол! Какой гол забивает Сигма! Как Алексей Санников развернулся! Какую красивую передачу отдал у него Дмитрий Куликов. И Сигма до конца первого тайма сравнивает счет. 2-2. 19-я минута. Станислав Просланов, передача вперед. Роман Мухаммадуллин. Скидка пятка. Красиво моменты. Айдар Хасанов пробил. И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа, любители футбола, мини-футбола. В частности, мы с вами на втором тайме между командами Сигма, Кагар, Капец и Норникель, Дубль, город Норильск. Прием момента, гол забивает Кирилл Шмидгаль. С передачи Владислава Яковлева. Кирилл Шмидгаль на дальней штанге подкараулил этот момент и переправил мяч в ворота Вадима Головачева при полном попустительстве. Уже идет Сигма. Сам идет Дмитрий. Удар. Нет, убивает мяч. Пусть Дмитрий будет бить. Дальше откатывает. Удар Ивана Бахуя на месте. Богдан Кудряшов. Вперед. Данил Киряков. Перевод направо. Хорошая передача. Дмитрий Куликов. И гол забивает. Как изящно. Дмитрий Куликов перебрасывает Богдана Кудряшова. Получил отличную передачу от Данила Кирякова. Дмитрий Куликов посмотрел, как на него выходит голкипер, и окурились. Норильчане идут в контратаку. Пас. Кирилл Шмидгаль. Проскальзывает немного нога у Кирилла. Удар с левой ноги. Штанга спасает сейчас ворота Вадима Головачева. Отлично. Головачев спасает. Вот это перекрестный огонь. Александр Самойлов перехватывает мяч, пас направо. Данил Бабин, удар, и Вадим Головачев. Что творит Вадим? Из команды не хочет выиграть сегодня в основное время. Дмитрий Куликов, Алексей Санников отдал ему эту передачу. Секунды. Передача вверх. Удар, и мяч идет мимо ворот. Матч, не матч, а второй тайм этого матча завершен счетом 3-3. Головаченко. Удар, и забивает Кирилл Шмидгаль, переигрывает Вадима Головачева. Головаченко, конечно, Головачев, Вадим Головачев. Мяча, пробегает Станислав, пожалуй, Богдан Кудряшов. Удар и по центру, низом, Станислав Арсланов отправляет мяч. Пробегается Константин, удар и мяч пролетает по центру, прямо над плечом Вадима Головачева. 2-1 впереди. Сменили голкипера. Разбегается Эльмир, удар и спасает! Спасает свою команду Иван Чусов. Самойлов. Пробегается Александр, удар и правый угол от себя в левый от Антона Уткина, который с Чусова. Пробегается Данил Киряков, удар и попадает под самую перекладину Данил. Вадима Головачева. Удар и от штанги, как на тоненького мяча.
Четкий, плотный, сильный удар, штанги, мяч залетает в ворота Вадима Головачева. Дмитрий Куликов против Богдана Кудряшова. Удар и залетает мяч. Прошил Дмитрий Куликов Богдана Кудряшова. И промахивается, промахивается вот так вот. Дрогнули нервы у капитана Норникеля. Четко, аккуратненько в левую от голкипера верхний угол отправляет мяч Алексей Санников. Забивает, проигрывает. Удар и гол! Андрей Петров. Поражение. Забегается Иван Бакур. Удар и правый! От себя и в левую от голкипера нижний угол аккуратненько отправляет мяч. Разбегается Александр. Удар и спасает! Намертво! Намертво ловит мяч! Вадим Головачев! Олег Исаев. Позвончуну и штанга! А штанги мяч вылетает в поле! Вот это драма! Сбегается Данил. Удар и плечом! Плечом! Плечом Вадим Головачев! Разбегается Роман. Удар и гол! Сибирь одерживает победу в этом матче и в этом туре по финальному со счетом 6-5. Кто забивал гол в основное время, я вам уже представил. А в серии пенальти семьи оказались футболисты из Копейска.